Здравствуйте, дорогие друзья! Вы наверняка знаете ледяной гриб. Очень такой хороший гриб мгновенного использования. А знаете ли вы то, что когда он замораживает всех зомби, все зомби, которые попали под его удар, наносятся 20 урона. Это как один выстрел горохострела. И получается, чтобы убить обычного зомби с полным количеством жизней, надо потратить где-то около 14 пулей. И друзья, смотрите, один человек решил это проверить, и это реально работает. Вот ссылка в описании, это не реклама. Но знаете, как вот в практичном использовании, я не думаю, это вообще не годится. Ну как интересный и приятный факт, это, конечно, хорошо, типа 20 урона, как бы никогда лишними не будут все-таки, да. Кто знает, может, на тебя уже в хату идет зомби, ты такой, на грибочек, а он сдохнул, оказывается. Ну, с кем не бывает. Ну все, друзья, всем пока, с вами был я, Дикон Ок.